Всем привет! Вы на канале Аль Пачино. В этом видео я собрал для вас 10 полезных и интересных товаров для кухни, которые, я уверен, упростят вам готовку и будут полезными. Ссылка на них в описании под видео. Предыдущие выпуски, цены и 7% скидка на абсолютно любой товар также в описании. А досмотрев видео до конца, сможете принять участие в конкурсе с денежным призом. Приятного просмотра! И первым товаром сегодня у нас будет диспенсер для фольги, пленки и бумажных полотенец. Изготовленный из высокопрочного ABS-пластика, крепится к стене и не занимает много места. В держателе предусмотрены отделения для стандартных рулонов с бумажными полотенцами, полиэтиленовой пленкой и фольгой. Устройство оснащено режущими ползунками, которые обеспечивают всегда ровную резку фольги и пленки. После каждой резки всегда остается готовый к захвату край, благодаря чему отпадает необходимость в утомительном открывании прибора перед каждым применением. Легкое размещение бумажных полотенец позволит быстро заменить использованный рулон на новый. Длина диспенсера 28 см, цена 1000 рублей. Держатель для мусорного пакета. Удивительно практичное приспособление для вашей кухни. Он станет замечательной альтернативой традиционным мусорным контейнерам и ведрам. Благодаря своей конструкции он не займет много места, поэтому с его помощью вы сможете сэкономить место на кухне и ванной комнате. Он идеально подходит для быстрого удаления отходов, например, для приготовления блюд. При желании вместе с держателем можно использовать более плотные пакеты и хранить небольшое количество овощей, фруктов и прочей мелочи, используемой каждый день. Цена всего 100 рублей. Вакуумный упаковщик. Замечательная вещь для тех, кто любит готовить быстро, хранить долго и безопасно, а есть вкусно и полезно. Теперь вы можете смело покупать продукты впрок и с легкостью брать их в поездку, не беспокоясь, что по дороге они испортятся или потеряют аппетитный внешний вид. Это могут быть как фрукты и овощи, так и мясо, птица, рыба, различные крупы и много чего еще. Оперативное хранение для готовки. Режем в свободный час овощей на неделю, фасуем и вакуумируем по пакетам. А в нужный день и час просто достаем, нарезаем овощи и готовим. Очень быстрое маринование рыбы и мяса под избыточным давлением, которое создает вакуум. Маринад намного быстрее и глубже проникает в поры мяса, что ускоряет процесс маринования в разы. Буквально 10-15 минут вакуума и мясо можно готовить. Для любителей шашлыков вакуумный упаковщик – истинная находка. Используйте вакууматор как запаящий пакетов. Цена 1400 рублей. Держатель винных бутылок. Декоративная, красивая и интересная вещь, которая хорошо впишется в любой интерьер, как на кухне, так и в гостиной. Особенность держателя в том, что он выполнен из металла и делается вручную. Послужит не только для непосредственного практического применения, но и в качестве украшения интерьера. С помощью этой подставки вы сможете компактно и оригинальным образом хранить бутылку любого вина и красиво подать ее на стол. Цена держателя 1000 рублей. Подставка под ложки и крышки. Необходимый инструмент на кухне аккуратной хозяйки. Эта небольшая помощница сделает ваше кухонное пространство еще более комфортным и удобным, позволяя готовить блюда, не задумываясь о том, куда же положить горячую крышку или половник таким образом, чтобы они находились под рукой, не мешали готовить и в то же время не пачкали все вокруг. Подставка выполнена из пластика, легко моется и прослужит вам долгое время, делая готовку на кухне удобнее и комфортней. Цена 100 рублей. Удобная полка органайзер. Идеальное решение для небольшой кухни. Выполнена из хромированной стали, прикрепить можно на боковую сторону холодильника или на любую другую поверхность. Пригодится вам как на кухне, так и, например, в ванной. На эту полку вы сможете положить любые кухонные принадлежности, повесить бумажные полотенца и другие принадлежности кухни или ванной комнаты. Благодаря компактным размерам полка впишется в интерьер вашего дома и позволит вам удобно и практично хранить предметы домашнего обихода. Полка крепится при помощи вакуумных присосок и крючков для холодильника. Цена 1200 рублей. Держатель для щетки и губки на кран. Функциональная подставка на кран из прочного ABS-пластика, благодаря которой ёршик, губка и другие принадлежности всегда будут на своем месте, что позволит поддерживать раковину в чистоте. В держателе есть много отверстий, что позволит быстро просыхать губкам, не допуская закисанию и неприятного запаха. Достаточно закрепить ее с помощью петли у основания крана, опустить в раковину, и вы уже никогда не потеряете ваших помощников на кухне. Идеально подойдет также ванную комнату для зубной пасты и щетки. Цена 350 рублей. Нож для очистки чешуи. Один из самых популярных и недорогих принадлежностей для кухни. В
частности, интересно для тех, кто любит рыбные блюда, но не очень любит чистить рыбку. Чтобы не разбросать весь мусор по кухне, как это часто бывает, то приобретаем такой нож, в котором есть контейнер для сбора чешуи. Процесс очистки точно облегчится. Более 6000 заказов, цена 40 рублей. Водосберегающая насадка на кран. Это специальная насадка, которая надевается на кран. Технически она совместима с кранами, имеющими внутренний диаметр 24 мм. Насадка разделяет струю воды на множество мелких струек. При этом получающаяся водно-диспенсерная смесь насыщается воздухом. Этот эффект позволяет получать комфортный для использования поток воды при ее меньшем напоре, за счет чего и происходит ее фактическая экономия. Установленная насадка может поворачиваться на 360 градусов, что значительно упрощает регулировку направления потока воды в ту сторону, в которую необходимо. Выполняется из специального сплава металла, который не поддается коррозии и появлению осадочных наслоений. Он способствует обогащению воды слабыми ионами, которые благотворно влияют на процесс обмена веществ человека и помогают заживлению ран. Цена 100 рублей. Стеллаж для сушки стаканов и чашек. Для каждой кухни просто необходима такая вещь. Преимущество таких сушилок налицо. Рациональное использование свободного пространства, удобное хранение посуды, эффектная декорация, красиво дополняющая стиль кухни. Стеллаж выполнен из пластика в виде необычного дерева, на котором можно разместить 6, а также 8 кружек. Украсит ваш интерьер на кухне, освободит вам немного места, а также поспособствует быстрому высыханию чашек. Цена набора на 8 кружек 850 рублей. Также оставлю ссылочку на стеллаж подешевле на 6 кружек. При покупке любого товара с AliExpress всегда можно возвращать себе часть денег обратно и хорошо экономить. Я пользуюсь этим методом всегда. Подробная видеоинструкция, как начать экономить, есть в описании. Рекомендую. И конкурс, приз которого 100 рублей на счет мобильного телефона. Приз получат те, кто подписан на мой канал, поставил лайк этому видео и написал комментарий с вашим национальным блюдом. Вкусного всем настроения! Увидимся в следующих видео. Всем пока!